Городская баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» вышла в финал Суперлиги 2. Этому способствовали успешный тур, который спортсмены провели на выезде в Магнитогорске. Накануне баскетбольная команда «Чебоксарские ястребы» одержала победу над магнитогорским «Динамо» со счетом 172. Счет в серии 3-1. Это позволило «Ястребам» впервые выйти в финал Суперлиги 2. Имя соперника станет известно после встречи команд «Тамбов» «Динамо» «Ставрополь» 1 апреля. Напомним, чебоксарские баскетболисты в прошлом сезоне заняли лишь 5-е место в регулярном чемпионате.